Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Германию Sid Meier's Civilization 6, сетевые битвы на восьмерых. ФФАшечка на восьмерых, как мы это нежно называем. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и всем вам приятного продолжения просмотра. А в Золотом веке только я и Мали. Забавно. Индия, у тебя куча науки и нет военных. Построй, пожалуйста, войска. Третий раз прошу. Куча науки? Ты посмотри на других, потом на меня. Ну, 252, больше, чем у меня. Я хочу Окленд. Уважаемые участники Тройственного Союза, а где... Ну, блин, с другой стороны, это, конечно, ну... за авиацией. За обычной авиацией? А где находится авиация? Да. А где обычная? За стандартизацией. Так, смотри. Столеварение переработка мне известно. Подождите, а где столеварение находится? Нижняя ветка... Вторая теха самого после химии? Да. Так, смотрите, ребята. Мне достался интересный торговец, с помощью которого я могу присоединить город. Очень хочется... Сингапур. Нет, Сингапур — это мой город. Зачем мне его присоединять? Очень хочется кому-нибудь падлу сделать. То есть ты не присоединить? Сможешь присоединить город, если ты не сюзерен. Ну, я заморочусь. Я к тому, что, может, кто-то хочет заплатить, и я не буду вот этой фигней заниматься. Алёша, присоедини этот Окленд. Ну, у нас же Тройственный Союз, по идее. Я просто думаю, Грей что-нибудь точно скажет, а вот тебе там, например, денежка. И ты не присоединяешь Окленд. Не-не, вот, присоедини Брест. Нет, так Буэнос-Айрес все-таки далеко. Лёша, присоедини либо Иерусалим, либо Преслов, и освободи, либо Майлайф. Ты в следующем либо... забираешь столицу или через следующем? Так это же торговец, да, где надо быть сюзереном, как бы. Ну. Продаю уголь тем временем. Господи, Индия, сколько ты еще будешь в союзе с Мали? А что ты хочешь? Угадай. На следующий ход. А, ну может мне Венецию тогда реально... Не, да он будет... Венеция будет отваливаться. Я там 15 он в Окленд посадил, это тяжеловато будет. Буду честен. Слушайте, а я ж могу собор Василия Блаженного в каком-нибудь в Франкфурте основать. Посмотреть, как он съедает этого. Пускай как... это разбирается японец или немец. Нифига себе. Это мне венгры надо забрать, чтобы разбираться с Мали. Не надо венгры, венгры сам идет разбираться. Ну подожди, дед сказал идти разбираться с ним. Ну как эти... Зачем мне влезать сюда? Пользуясь случаем, продам уголь. Хорошее объявление, кстати. Куплю уголь. Давай. Правда, штучка. Покупаю уголь тоже, да. Подожди, а кто продает уголь, я не понял. Ацтек продает уголь. Ребят, пожалуйста, поднимите таймер. Да, я поддерживаю. Сколько можно просить? Блин, а чё я не смог золото в Агре украсть? О, вау, Венгрия объявляет войну. Ты можешь с ним сильно не воевать, но мне нужен плюс 5. Дед, я же говорю, по 7 голды штучка. А что ты мне бесплатно? А разве бесплатно? Хотел. Да, это мне бесплатно. Не успел, значит. Сейчас. Я тебе ответ на... Предложил ацтек.
Так, ну, сори, он был первее. Успел уголь забрать. Так, шпиона? Или продолжим какие-нибудь чудеса? Падана? Нет. Собор не здесь. Орсакхас? Кстати, а вот у меня способ, чтобы тут не заливало. Ребята. Вопрос только, наверное, вот тут. Вот сюда поставим. Во. Блин, как я забыл про это дело. Ресурсы и деньги продублировали. Отлично. Прекрасно. Вот и решение проблемы. Не-не-не. Ну что там по плюс 5, венгр? Блин, ацтек, ах ты бессовестный. Ну все, Мария, оказывается, был остановлен. Уже не выиграет, значит. Никого не смущает, что там у японцев в два раза больше науки, чем у Мали? Так это только что. Не в два. Смущает. С японцем ничего поделать нельзя. Я думаю, коммунизм Япония приняла. Не, теократия. Интересно. Я буду биться до последнего города. Хорошо. Мужчина. Блин, гранты? Не, давайте, наверное... Правда, городов осталось три. Давайте реально поменяем местами... Мне нужны... Магнуса и Мокшу. Кого верну? Игрушку. Какую игрушку? Все, я играю с ней сижу. Ну как так? Мали, а где венгар относительно Майкопа? Песочница. Далеко? Так, продуктовый рынок. Я играл и бросил. Давайте продуктовый рынок, потом рабочего. Вполне себе. Ну чё? Ну чё, кстати, классно, что компьютеры по пути авиации. Да, конечно, я уже дал. Прекрасно, молодец. Держу в курсе, помогает только военный союз. Нет, помогают все союзы. Ну, видимо, ему легче будет. Вы, видимо, не читали. Да, венгру помогает... Ну, у него этот, гусары. Плюс... Сколько? Плюс 3 за каждый союз? Плюс 3 за каждый. Как ты думаешь? Имеется? А что, дефицит энергии? Вроде угля хватает. Что это у меня дефицит энергии? Так, исследовательские гранты здесь. Продолжаем. Морской порт, рынок. Так, морской порт. Не, ну тут вообще жилья дофига и так, я думаю. Венгр, предложение. А, короче, я ж могу эту сделать. Корпорацию. На серебре, видимо. Она мне, кстати, и монополия вообще будет. Тогда так потратим этого торговца. Ну, аэродромы могу уже ставить. Давайте в Ахене после Арсакхаза. Тут после компьютеров переработку откроем. Ладно, пока исследовательские гранты. Так, тут вот эти все аквакультуры хватит того рабочего. Поэтому сюда одного, одного сюда. О, вот это Атахина надо, наверное, Гейдельберг передать.
Эти четвертый радиус. Поскольку я фактически помогаю тебе, я прошу вот столько денег. Просто сказал бы, что просишь дань. А давай ты... Я просто сейчас... Мне это нужно на... Ну, я понимаю. Давай ты еще... Еще такую же часть попросишь у японца тоже. Потому что, мне кажется, ты и ему помогаешь тоже. Согласен. Скиньтесь. Как бы я за вас... Я тебе кинул. Прими просто. Хорошо. Японец, кинь 200 монет. На следующий ход. Венгру. Ой, а можно и мне? Я как бы тоже вас морально поддерживаю, в общем. Морально поддерживаю? Да, да, поэтому... Ренга, прими 200 монет, ты как бы с помощью... Блин, надо разрушить что-то я тут. Ну, я не успеваю ходить просто. На самом деле... Прости, брат. Блин, реально, 543 науки, я что-то не очень понимаю, откуда он. Небо нас поддерживают чай. Кампус на 14. Но я его города вообще не пробиваю. То есть я его всего сейчас пограблю, но пробить я его не могу. Красава. А потом он придет в ответ. И уже не грабить. Вряд ли он придет. Да, если я его всего пограблю, он самолетов у него не будет. Так, один ход до плотин, поэтому тут я как раз отложу производство. Подожди, а в Кёльне? Да, и в Кёльне за... Блин, вот в Кёльне нету производства особо. Тут я построю, я уверен. А вот в Кёльне, к сожалению... Корпорация будет называться «Серебряный Алёша». Японец предложение. А, тут я откладываю, так, ничего не делаю. Откладываем здесь производство в Магдебурге. Лабу купим. Венгар, ты почему не принимаешь мою поддержку? А что я сюда военного инженера привёл? 200 монет. В упор не помню. Честно говоря. Значит, принял. Японец. Да, да, шум. Прими просто, приложи. Угу. Деда, ты уже все, боишься? Чего? Моли? Боюсь, да. Я вижу. Так. Компьютеры следующие. Так, в Регенсбурге еще что-то надо. Вообще, на самом деле, мне бы банки и биржи... Ну, банки открыть, чтобы биржа может... Особенно в Трире, где у меня корпорация «Серебряный Алёша». Ну давайте оксфордский построим. Следовательский. Так, а тут мы откладываем, да. Во Франкфурте как долго может строиться собор Василия? 4 хода? А давайте. Четыре хода, это вообще кайф. Нет, я и тем более он здесь. Не помогут, можешь даже не ставить. Японец, еще предложение. Дедушка, не перебивай, пожалуйста, Йоханнесбург. Я тебя прошу. Йоханнесбург? Да. Ну, хорошо. Опа, а что это тут Ульм так поприсоединял все? Это вообще надо Магдебургу отдать. Дед, я не
думал, что это настолько... Охренеть. Надо всегда проверять, видите, там так... Ну, то есть, Ульм почему-то вот так вот эти клетки... Ну, потому что там Рейна, на самом деле. Может, мне Рейну куда-нибудь пересадить? Так, Мали там будет отставить. Ну, Мали просто слишком со многими воюет. Но я Венгра заберу. То есть мне... Мне только в плюс, что он напал. Вот эти города очень хорошие. И они довольно быстро упадут, если у меня много будет. У нас тут до конца союза буквально 12... Ну, 10 ходов, да? Самолеты я еще не открыл. А, блин, меж алюминия может не быть. Чё я так уже... Так, вот, начало утопать. Поэтому морская плотина. Блин, три хода. А, тут нет? Чё, юнитов нельзя в одном городе стакать? А, тут вообще ничего не топнет. Так, у меня только что в двух городах? И в Кёльне, да, и всё? Слышишь? Юнитов. Блин, так я тут, наверное, и не смогу спасти. Фак, а тут именно производственное. Так, где у меня этот? Блин, Осман, у тебя там чай на плюс 15 науки. Как ты можешь так отставать? Не, ну чай только не решает. Да, блин. Мне нужно еще военных инженеров, но... Черт. Не, ну я должен успеть, на самом деле. Тут вот до конца этого должен успеть построить плотины. Да, блин. Где кругосветка? Там все аквакультуры. Ну, рыбный промысел, видите, что делает человек. Везде Лян построил рыбный промысел, благодаря Окленду имеет кучу производства. А и за счет этого он имеет, собственно, и науку. То есть он читает проекты. Так, королевское общество, он уже взял 3. Ну, наверное, все-таки... Не, демократию взял. Интересно. Неужто улетать будет? Так, тут вырубим. Так, шпиона... Ну, давайте еще шпиона. В принципе. Не хочу пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Наверное, ангар надо построить. Ну, значит, есть ли у меня уголь? Блин, а радио... А, вот же радио, надо открыть. А нафига тогда я эту открываю? Ну, современные эти самолеты. С другой стороны, если я два биплана построю. 476 деньги. Так, нефть.
Магдебург прямо на нефти стоит или тут? Ага. Район прям на ней, отлично, у меня прям два источника просто сразу обрабатываются. Так. Ну, два биплана. А здесь алюминий открываем. Какие попытки... хищение шедевра. Ладно, давайте шедевра. А, да, кстати, все еще продаю уголь. Какое предложение? Не, я сейчас у тебя куплю. Кидаешь мой лайф? Да, кидаю. Все, Лёша, вот это, как бы это. Обслуживаем в первую очередь союзников. Хреново. Так, подождем, когда закончится. Блин, что-то... У меня сейчас ушло счастье из-за того, что ушло винище. Так, давайте-ка вот так сделаем. Так, я покупаю просто военных инженеров и еще одного куплю. Иначе мы не успеем построить все нужное. Торов, ты ведь мог куда лучше рыбу поставить? Я вот смотрю на твою пойму. И душа рвется. Куда? Ну я метки тебе поставил, там же куда районы лучше ставили. Ну. Давайте, наверное, даже построим, может, военного инженера. Ну, блин, инженера у меня там еще. Война уже почти закончилась. Я хоть смотрю на своего союзника. Ты, у меня сейчас тоже война почти закончится, слушай, я тебе больше скажу. Да, я тоже вижу. Это у кого там заканчивается? У Торка и Сгиф окончаются войны. Турка что? Так. У меня стек заберет сейчас. Торка от стек заберет? Удивительно. Угу. От стек, ты прям... Ну, ему надоело сидеть, скучать. С вами хотел посидеть, почилить, нет, вот это да вот что, подогнал. Предлагают поставить. Ну да. Давайте там увеличим, пожалуйста. Да, давайте увеличим. Голосовали же один раз. Три хода назад. Так что. Где вот мой. Миссионер плывет. Ну. А что в пользу? Где он отваливается? В пользу деда или в пользу Мали? Неизвестно. Блин, а чё он так странно? Ладно, всё, надо строить морскую плотину. Второго тоже туда пока отправлю. За этим. И... Один ход, ладно, построю. Живой разведчик. Это я понимаю, воин-ветеран. А все, тут больше аквакультуру нигде не поставить. Так, алюминий. Нету алюминия, зай. Но это прикол. Вот это прикол. Зато, блин, нефти немерено, да? Ну, в
Вот. Вот и все. Вот я и поиграл. Даже... Мне просто даже негде взять его. То есть никак... Ну, не знаю, напасть на венгра... Ну что, Дебрецен забирать каким-то образом? Займушку продаст. Но ни у кого нету алюминия. Да. Ну давайте уран посмотрим тогда. Через сталеварение. А, блин, а что мне это строить, если мне некуда это складывать пока? Подождите. Лендер, ты бы тут не ходил бы рядом? Мне реально надо банки плакать, открыть. Тебя будут открывать. Так, подождите, давайте банки откроем. В смысле, где? Потом эти вот штуки в биржу складываются. Ой, да ладно, господи, не страшно. А там же все юниты достаются вольному городу, или он каких-то удаляет? Никаких не удаляют, все новые остаются, а те, которые твои, выкидывают. Надеюсь, я успел принять. Стопки там сильно топят? Грей, почему у меня каждый ход в слухах, что ты отправляешь посла в Окленд? Ты просто каждый ход туда отправляешь посла? Видимо, не знаю. Или он едет один до сих пор. Доехать не может. Четыре. Ну, нормально. Теперь бы... В Кёль не успеть. И сколько это зарядов? У нас еще один, да? То есть два, и тут будет три. Тут я успею, будет два хода, точнее три, один ход. Тут я точно сделаю. Значит, мне всех троих надо в Кёльн. Двадцать. Блин, а у кого шедевр украсть? Видимо, ни у кого. Так, театралка, дипломатический заповедник, все какая-то фигня. С чудесами ничего, блин, канализация тоже не нужна. Ну что, военный лагерь построить, правда не знаю, нафига он мне здесь. Ладно, может театралку. Тоже не понятно. Ладно, рабочего тогда. И потом исследовательские гранты. Так, я тут какую-то фигню взял. Давайте, может, рационализм реально поставлю. Счетные банки, торговое наследие, республиканское наследие. Давайте военную науку. Ну и, наверное, просто воинскую повинность. Вот так давайте. 490. О. Золото мне не готов помогать. Естественную историю откроем. Мне вон тут еще своих шпионов выкупать надо. О, блин, ну да, конечно, хреново у меня тут кампус стоит, к сожалению.
Так, где у нас современная авиация? Угу, прям сразу за алюминием. Может, все-таки алюминий... Грей, торганешь алюминием? Как-то не знаю. Только стратегическими ресурсами, да? Мы ж тут все друзья, как бы. Что нам? Зачем тебе самолет, да? Моими летай. Ну, тут важно, если у меня уран будет. Если у меня урана не будет, то, конечно, вообще груз печаль. Не знаю, что мне тут делать. Сидеть, надеяться, что на меня никто... Так я главное, что я ни на кого напасть не смогу. Я даже, типа, кого-то останавливать не смогу. Радостно, компьютер всех губеров пере... Нет, только Амани пересадил. Так, биржа правильно, банк правильно, собор Василия, библиотека, и тут даже пока все правильно. Туда у нас отправляются вот эти ребята. Что-то даже компьютер... Не сильно нагадил мне тут. Не успел. Это хорошо. Иначе я представляю, что было бы, если бы мы лобби пересоздавали. Только Амани пересадил, но ее можно сразу же обратно вернуть. Так, я таймер включаю. А его все равно у меня не будет. Или кого? Вроде да. Блин, ну и куда мне шпионов отправлять? Там у нас есть вроде. Давайте в ГАО, ладно. А что я тут открыл? Коммунизм, идеологии, мобилизацию. Блин, надо корпуса сделать. Я-то могу, наверное, из... Так, вот тут. Корпус. О, даже успел закончить. Отлично. Так, что мы тут ремонтируем Ганзу? Так, ну, кстати, вот мне даже Берлин был более важен, чем Кёльн, но я думаю, что и в Кёльне мы плотину поставим. Все зашибись. Так, раз корпус. Эндуса, дай, пожалуйста, вот эту штуку. Два корпус. У меня вообще ни одной нету. Наверное, стоит еще один арбалет просто купить. А точнее, пушку. У тебя-то копится. Все, я ход закончил, если что. В смысле, у тебя 4 месторождения? Что, ты думаешь, Иван его закончил? А, он закончил. Все, сори, зря быканул. Че это такое? Ну ладно. Да он это, понимаешь, да. Он как-то очень... Чего вы такие вруны? Мы еще и вруны? Тебе совесть есть вообще? Нет. Я вижу. Как у тебя вообще язык так повернулся про нас говорить плохо? Кругом я турок, так называю. Турок, ответное предложение, глянь. Так, а у кого-нибудь какие-нибудь ресы есть на торговлю вообще? Куплю нефть.
В больших количествах. Продам нефть. У меня нефти дофига. Можешь сколько просить. Сколько? Всю дай, сколько дашь? Ну, за деньги, конечно, это я уже не буду благотворительностью заниматься. За деньги, ну, смотри как, не совсем благотворительностью, но со скидкой хотя бы. Вот предложение. Турок, я там тебе предложение кидал. Угу. Ты что-то проигнорировал. 30 секунд. Ну, глянь. Сейчас ход. Ты можешь отжать ход и посмотреть. Не, не можем. Только не ты начал. Имеешь таким. А, да? Класс. В смысле, а почему? Мы же не сейв грузили, вы просто таймер убрали. Таймер все. Поставили. Так вернули таймер. А, вы вернули таймер. Хорошо. О, 540. Украли. Чужие страдания смотреть. И построили собор Василия Блаженного. Не, Франкфурт нормально в этом плане. Тут очень неплохо он будет выглядеть. А, ну да, ПТ-команда в Бремене. Я, блин, проверил все города, кроме Бремена, где зачем-то ПТ-команда строится. Так, Эйфелева башня, Эрмитаж, Мон-Сен-Мишель. Эйфелева башня. Что-то как-то странно. Так, раз корпус. Два корпус. Блин, 390, ладно. Фига себе. В Дортмунде снежная буря. Мглою кроет. Вихри снежные крутя. Так, зоопарк можно, кстати, либо чудо еще какое-нибудь. Эрмитаж только вдоль реки, а Падана только рядом с центром. Не, ладно, давайте. Королевское общество. Следующим ходом уран увидим. А, стоп, три армии или три армат. Давайте все-таки отложим тогда пока. Пошли в ракетостроение. И в улучшенную авиацию. Японец, наверное, уже в ракетостроении. Нет. Странно. Так, банк, биржа. Банк. Биржа. Так, что у нас там по великим людям? Ученые, 175 науки за каждый артефакт. Кстати, надо бы сделать, наверное, археолога. Тут у нас во Франкфурте археологический, тут и тут археологический. Так, надо в Ахене археолога.
Один ход. Блин, 220 производства. Нормально. Все, утопло навсегда. Похоже. Блин, где еще один? Художника берем. Так, добудьте артефакт каким-то образом. А, подожди, разве я получал артефакт? Вообще не помню. Там армии, блин. Это я мобилизацию. Так, ладно, значит, уран надо открывать. Я армии не сделаю. Уран нам нужен. Как можно быстрее. Королевское общество. Археолога я здесь хотел, а потом зоопарк. И тут Каравелла. Блин, пообъединял в корпуса мои подлодные лодки. Компьютер тут еще понаделывал всякой фигни. Несомненно. Давайте он автоматом тут будет бегать. Блин, куда он миссионера дел? Короче, кругосветку я явно тут... Черт. Мне, ладно, поддержим у нас. Есть, короче, генерал на лояльность. Мне его сейчас нету смысла вообще использовать имху. Вино обработать. Там, блин, куча еще всего надо сделать. 8 ходов, 6 очков. Ну, сейчас за... Артефакты будут очки. Уран. Надо ли мне в пластмассы? Где у нас... Ну, тут вообще две техи в информационной эре. Наверное, надо выйти в пластмассы, чтобы это увидеть. Ракетостроение тупиковая теха, кстати. Давай сразу час поставим. Ну? Я буду ходить спать, ты мне в конце года будешь звонить, и мы продолжим. Слушай, я не прошу час. Три хода, блин, следующим ходом. Ну, и мы должны все равно тут закончить, на самом деле. Че ты до мелочи упиниваешься? Я учту, короче, я учту, ладно, следующий раз. Так, что с ураном? Опа. Тут его надо обработать. И ищем, где у нас уран.
Ацтек у Венгра 2. Ну, походу, мне надо будет ядерки в японца кидать, получается. Особенно с алюминием. Вот этот алюминий к какому городу относится? К Киото? Так, а где у меня каравеллы плавают? Так, это здесь. О, это не вернется. И где-то, по-моему, трирема была еще. Галера, точнее. Возвращаем домой. Так, слушайте, а давайте я покупать буду, что я их строю. Биржу купим. Центр вещания купим. И го... археолога, где тут? А так и археолога купим. И го... исследовательские гранты. Так, банк купим, биржа купим и исследовательские гранты. Морской порт. Ну вот тут мазутную, кстати, можно поставить. Так, я смогу все-таки кругосветку совершить 7 ходов. Добрался я до миссионера. И он у меня есть. Ну, это 3 очка, плюс еще артефакт должен в Золотой век выходить. Короче, у японца нету урана. Значит, он ядерки принимает. О, плюс один за то, что плотина сработала. В Кёльне мы. Достраиваем. Отлично. Так я смогу восстановить, между прочим. Ну, не отремонтировать, но заново поставить хотя бы. Вахини зоопарк. Ну давайте купим монумент, водяную мельницу, центр вещания, да и канализацию. И поехали гранты. Немец, сделка. Блин, я сюда хотел немец его. Тоже сделка. Ух ты, сколько сделок.
Ну, там турок отбивается от ацтека, почему бы ему и не дать? Интересно. Венгер, интересные предложения, да. Ну, я думаю, что тебе она будет очень интересна. Да. Так, а где проект Манхэттен вообще? Уран-то у нас есть, а проект Манхэттен, походу, здесь. Да, это единственный шанс, что он там может быть. Единственное место, точнее, где он может быть. А где ж мне тут? Ладно, давайте сюда. Блин, столько что-то рабочих. Блин, я шаг... Ну, вообще, ладно, пускай будет ферма. Не особо. Так, это вот сюда куда-нибудь... Так, тут нужны морские юниты для... Ага, ну у меня угля нету. А, вот ближнего эсминец мне нужен, да. Три штучки возьму. Ты допустил этот тонущий уголь в кемете? Какой... К сожалению, да. У меня еще два хода учить компьютеры. О, да ты не успеешь, походу. Походу, да. Три хода, да. Не, у тебя три хода есть, чтобы построить эту плотину. Пипец. Попробую порубить. Инженера военного еще, если есть. Я могу сказать, что мне потребовалось в Кёльне три инженера. Три инженера, чтобы... В смысле? А как инженеры помогают? Они строят плотины. Да? Они ускоряют плотины. Подожди, они только плотины или вообще все, что... Затопление, там уже не, практически невозможно достроить. Нет, я вот поэтому, я поэтому и говорю, что мне... Я в Кёльне начал строить плотину, когда было второго уровня затопления. Там было, значит, сначала 7 ходов, потом она 15 ходов строилась, и мне понадобилось 3 инженера, то есть 6 зарядов. Вот у меня следующим ходом там плотина построится, слава богу. Не, у меня столько, к сожалению... Ну, там по 20% уже он дает, да? Да. А проблема в том, что еще и стоимость плотины зависит от того, сколько клеток у тебя в этом городе затапливается, то есть... И сколько... Да, ну хорошо, одна, но и уровень затопления тоже важен. То есть сначала одна там стоит столько-то, а потом, когда и уровень повышается, то она все выше и выше. То есть, грубо говоря, если у тебя, например, три клетки и там, например, четвертый уровень, то мне кажется, уже вообще без шансов. О, а что-то, что за чудо, интересно? Оксфорд все-таки кто-то построил. Ладно. Я тут какое-нибудь другое чудо могу. Эрмитаж. Ладно, давайте Зай, Эрмитаж. Шпионы японские в этой игре просто ни на что не годны. Дайте новых. Камикадзе. Иван предал Атиньо. Предательство должно быть наказано. Ты там, знаешь что, говори да не заговаривайся. Понимаешь? Ну, вообще так и написано, предательство должно быть наказано.
На заборе есть кругосветка. О, неужели я первый... Нет, не первый кругосветку. Блин, а кто первый кругосветку? Да, что ж такое-то, я первый сделал давно очень. Все-таки я на краю мира как-никак. Было достаточно. Мне написали, просто. Германия встречает своих героев. Я такой думаю, вау, они только... Причем у меня это миссионеры сделали. Православные. Часто это удобно. Да? Ну, короче, этот, как его... Ладно, я Османа уже не пробью, но тебе на будущее. Ты можешь на всякие такие чудеса наводить, там написано, ты можешь получить бонус юнитом. Так, за каждый артефакт... Это я вылетел или все просто резко замолчали после этого? Все замолчали. Все резко навелись. Жизнь просто переоцениваете, да? Переосмысливаете. Все резко навелись. Где сделка? Так, блин, что у нас с археологическим? Что-то не соображу. Это в ахине все-таки. Где ты смотришь? А подам, пускай. Я думаю. Да что думаю, у меня просто жопа сейчас горит. То есть меня все осуждают, при этом я не имею ни один... А, не, один уголь имею из всех стратресов. Я тебя все, не осуждал. Ни одного нет. Я тебя... Я хвалю, а Тинью молодец, я считаю. Смотри, ты хотел уголь? Получил уголь. Вся грусть угля, да. Мэри сделка. Может, аквапарк поставить? У меня вообще ни нефти, ни угля. Я все. Так, стратресов нет у человека, у которого 15 урона накоплено. Понял, понял. Так это с этого. В смысле 15? Со скифа. 15 урана. Ну-ка, покажите со мне 15 урана. С него уран сыпется, что ли, в качестве лута. Ну, вот, чтобы ты понимал, у меня на территории, вот все мои города, у меня только один уголь. У меня нет ни алюминия, у меня нет ни урана, ни нефти, ни хрена нет вообще. Что, получается, это японец и немец на камень-ножницы-бумага разыгрывают, кто победил? Ха, у вас там же алюминий весь. В чем-то уже уран давно в цене. Весь алюминий у нас, у меня нету алюминия. У меня, кстати, был один, сейчас два стало. Так что тоже не то чтобы огромные запасы. Сожгите уже в конце концов все себя, всех друзей вокруг. Сам себя сожги. Что за... Сожгите себя, говорит. Была бы кнопка самоуничтожения, я бы уже давно нажал. Честно. Иван предал Атинью. Будете принимать. Слышите? Интересно. Кстати, а вот это, кстати, интересный вопрос. А почему тогда оно мне выпало, если я вообще, у нас там, ну, реально почти вот. Уже третьего уровня союз с венгром? Почему? Вот я поэтому и спрашивал, почему до этого, как бы... Ну, не будем произносить, что я это, собственно, и предложил. У него был второй уровень. Ладно, я, наверное, не буду. Типа, вот, ну, я не могу венгра забирать без алюминия и... Еще в том, что у него уран есть. Я понимаю, что он в ядерке явно не вышел, он встает по науке, но мне тут точно нужны самолеты. А если я сейчас объявлю войну... Да? Объявлю войну Венгру, я мне кажется... Голосуй против. Я, кажется, застряну. Я планирую ядерками просто кидать в японца. Ну, скажем так, я кину один голос за, если оно пройдет, ну, извините. То есть ты решил меня забрать под шумок? Не, все-таки странная фигня. Хорошо, а Смоли у тебя был какой уровень союза, когда ты на него напал? Наверное, давай. Тоже второй? Может, зависит от уровня союза, да, на который нападаешь? Но был второй же, и сейчас второй. В чем разница? Ну, ты напал на союзника второго уровня, значит, союзники... Ну, у меня с тобой тоже второй. Видимо, поэтому мне и выпадает, что типа... Такого же уровня. У него было первого, да недавно бред какой-то. Ну, не знаю. Обратите внимание, а тут как бы это, да? Короче, прикол, кризис прошел. Слушай, против. Прям интересно, у тебя какие у вас соотношения по юнитам теперь? Блин, а ацтек-то ты че? А че ацтек-то вложился так в кризис против венгры? Ну, не знаю. Ах, вот он, этот, как говорится, вот она. Я больше скажу, я его еще инициировал, так что.
Смотри, Венгар, я единственный у тебя дружочек, да, оказывается. Человек, которому можно верить, да, я понял. А как же я? В смысле, а как же дед, если действительно? Все? А, нет, имеется в виду, что дед участвовал в кризисе, точно. А вообще все участвовали в кризисе, вы смотрите, все могли проголосовать. Вау. Так, ну вот теперь можно повышать таймер, а то что-то, да, тяжело. А, да, конечно, теперь тебе воевать надо, забирать человека, конечно, тяжело. Но у нас 3 минуты таймер, это на самом деле. У нас 240 секунд стоит, каких 3 минуты? Ну там 3 минуты и с чем-то секунд. А 3 минуты и еще 1 минута, да? С чем-то секунд, как бы. Так, ну я думаю, что вот сейчас то время, когда я могу у Венгара забирать весь уран. Я играл, например, в Beyond Earth, знаешь, сколько там таймер на один ход? Знаешь, мне бы кажется, я умер примерно где-то посередине вот этих ходов. А в Beyond Earth-то дофига реально что делать надо, там как бы это логично еще. Там 20 минут может один ход длиться, это реально как бы реальная цифра. Так там игра где-то на 120-й заканчивается. Ну, по-разному. Так, Венгар, предложение. Блин, с этими корпорациями и монополиями я не понимаю реально, какие я ресурсы торгую, какие нет. Как-нибудь это вообще можно посмотреть? Видимо, когда 0 пишется, значит, я торгую. Да, вот пряности у меня пишется 0. Но у меня у самого их нет, значит, наверное, я их торгую. Ну, в сделках там же должно быть написано, посмотри. Ну, в сделках, блин, вот ты ресы открываешь. Ресурсы, и там, смотри, текущие сделки у тебя есть. Так, меха. Платка. Сахар. Вот, благовония. С индусом давайте. Так, ты мне слонятину, да, какую-то впариваешь? Давай еще соль за сахар. Сахар-то у тебя есть? Ты будешь давать сахар слонам, чтобы у них попы слиплись. Нет. По-моему, прекрасный план. Так, два хода до расщепления ядра. Давайте один ход, значит, исследовательские гранты тогда. Я там не отвалился? Проси, что хочешь. Нет, не отвалился. Алексей, проси, что хочешь за это. Просто не хотим с тобой разговаривать. Не, я просто почему-то выбираю строительство в городах, и оно не показывает. Ну что, отвалишься. Я там сделку кинул, когда прогрузишься. Проси. Я уже прогрузился. Сделку видишь? Готов на все ради нее. Ну, я думаю, что можно... Давайте мы у него алмазы и пряности. Ну, в принципе, норм. Кинул ответочку. Блин, Черт. Не на все, оказывается, да? Да, я просто... У меня же не с кем торговать, бро. Не, где еще ресурсы-то роскоши брать? Угу. Где-то культурный заключ? Давай. Дублируют редкие ресурсы. Нету редких ресурсов у Сингапура, но я в кукловоды, наверное, пойду. Так, я тут СМИ зачем-то открыл. Ладно, пошли так пока. Да ты мог бы хотя бы не так забрать. А хотя бы поделить. Я говорю, я сижу всю игру, у меня нет стратресов. По-другому никак не поставить. Ну вот смотри, вот у тебя сколько там нефти на полу? 4 минимум. Плюс алюминий валяется. У меня даже на воде нет нефти. Вся нефть у индуса. У него нефти там как грязи. У этого, у скифа только уголь. Что делать? Хрен его знает. Торговать. Замечательно, у меня уголь в минус идет сейчас. Блин. Тебе того угля не хватало, что ли? Ну, я вот сейчас обработал, мне не хватает угля. Так, мне бы еще подлодки теперь найти. А ты мне тут рассказываешь. Ну, тут у всей карты столько угля, сколько у тебя.
Ваня, почему с тобой Стив поедет? Потому что он предатель. Он тоже за проголосовал? Там компьютер. Я понимаю, но он тоже, что ли, за проголосовал? Да, да. Я пришел спасать Скифа. Впрягся за него, чтобы человек не умер. И он 9 голосов за. А ну, он, блин, взял и просто нож в спину. Ладно, он, давайте. Я, правда, не воюю ни с кем. Я один чисто отправил. А, нет, вы не вместе с японцем, вместе с ацтеком. Вот эти два... Я Скифа теперь убить не могу. Кико. Я все понял, как говорится. Так, кстати, два человека, стоим, ждем, пока третий прибудет. Город отвалится, не переживай. Я только через 8 смогу его забрать. Это плюс 5 очков эпохи. Венгра, забери. А, да было бы на чем, я говорю, у меня нет стартреса. Иди до последнего, вот его ацтек вообще не убивает. Я его забайтил для того, чтобы он меня просто убил, и я пошел спать. Это просто... Так, а где у меня больше всего золота вообще? У тебя получилось? Пока не вот. Трир, Ахен, Берлин. Ну в Трире, потому что, то есть Ахен и Берлин понял. Надо туда перебрасывать. Чтобы вскипятить ярость тебе. Ахен. Увеличилось на 40 золота вход, так, на минутку. Нормальненько. Грей, убери таймер пока, чтобы мы все точно походили. Пока я. Без проблем, давай, my life, убери таймер. Ну, я, чтобы ты попросил My Life убрать таймер. Не знаю, я почему-то, у меня полное ощущение, что ты хост почему-то. Так, мы один ход тут подождем. Стал не только твоим проект Манхэттен. Твоей реальностью. На, пропускаем ход. Во Франкфурте что? Ну, тоже исследовательские гранты, наверное, продолжим пока. Так, вот тут вот эту фигню надо... Не понял. Да, еще, кстати, Осман, прикол вот этих всех чудес. У меня такое ощущение, что у меня перестал работать... Получить... Нет, стоп, это не то. Собор Василия Блаженного. Короче, есть чудеса, которые, например, дают уровни лодки какой-нибудь. Слушайте, а кто-нибудь мой Франкфурт видит? Пропал Франкфурт? У меня пропал выхлоп от собора Василия Блаженного во Франкфурте почему-то. Ну это из-за рассинхрона. У меня отображается нормально. Да? А, ну окей. А то я что-то подумал, блин, что-то может что-то случилось? Половина сошла. Да вот, нет, ну на лесопилке 5-2-1, все нормально. Просто пройди с юнитами по дороге и получи плюс 5 к боевой мощи. Дороги? Ну вот, чудо. Блин, а тебе, мне кажется, Занзибар перекупил. Прикиньте, я просто хочу миссионера от этого избавиться. Это... Нафиг нужен. Ну да, этого ты не делал. И делать, типа, круг. Просто идешь, да, юнит это сделал, ты это пошел, папнулся и пошел дальше. Типа у тебя халявный генерал считай. Ты вообще тут по-хорошему мог с этим чудом, плюс на янчарах просто прийти. Блин, да. Кто там гаус носит? Я там деньги тырю. Подождите. Нет. А Дед Бородет за что голосует? А, типа он походил? Осман, тебя не слышно было. Так, мы тут ход откладываем. Что-то говорил, тебя не слышно было. Сейчас проверим. Да, а, вот да, еще в Кёльне. Библиотека, храм. Просто об этом был не в курсе, я так подозреваю. Да нет, я знал, что ты чудо. Здесь еще плюс-минус 3 от этот, от кризиса. Так я ради этого и кидал. Мало мне. Да блин, что тут еще кто-то ходит? Это что, сейчас я звук какой-то услышал?
Мы не можем тебе сказать. Какой ты звук услышал? Значит, смотрите, Грей ракетостроение не открыл. Это значит, что он вообще даже не идет в расщепление ядра. При этом он здесь. Значит, он либо сюда вышел, либо сюда вышел. Ну, я скорее ставлю сюда, через зенитки. Я думаю, да. Чё? Смотрим. Чё? Но я зенитки ничего вообще не вижу пока. Так, Атинью, а ты настаиваешь, да, вот, что у нас в Занзибаре проблемы, да? Сноси его. Атинью? Говорит, сноси его. Ну, сноси его. А, Атинью, это Атинью, мне показалось, это дед сказал, сноси его. Кого сносить? Занзибар. Так пересюсь и захватить. Я даже не знаю, что более смешно, то, что вы стоите на границе и деретесь, или то, что караван все равно ездит между вами. А я не могу, у него караваны защищены, я не могу играть. Я думал, вы это... А, это я откладывал, так, все. Так, слушайте, а мы же вроде все походили, что мы тогда ход не переходит у нас? Спасибо. Такой смотришь? Я единственный. Я тут сижу, что-то кликаю, в своем, думаю. О, юниты с указанным типом повышения плюс 5 боевой мощи, дайте этой кавалерии. Тяжелой кавалерии, да, глазы? Минус 5. Просто, нет, легкой кавалерии. Плюс 5 тяжелой кавалерии, все, я понял. Легкой кавалерии. И плюс 10 боевой мощи религии. Смотри, немец, я думаю, тебе подойдет православие, у тебя тоже же православие. Оно на боевые не влияет, это пофигу, честно говоря. А. Это, я не знаю, вот как это можно вот в очередной раз, опять очередной перевод, я каждый раз, я проверяю, потом я забываю, два месяца проходит, вот проходит эта резолюция, я думаю, о, на боевых влияет. Как вот можно было так перевести? А прикиньте, если бы влияло, вот чисто у тебя... Оно влияет, нет, оно на самом деле влияет на монахов, нет, оно влияет на монахов, на... Там какой-то город дает еще эти юниты... Лхасы, что ли? Религиозных боевых юнитов. Да. Но именно религиозные юниты оно влияет. Вот да, на это влияет. Я говорю, было бы прикольно, если бы ты такой плюс 5 в тяжелой кавалерии, и у тебя еще... Ну ладно, я проголосую за православие, просто не знаю, за что еще голосовать, в принципе. Можно на другие домики теперь посмотреть, а то я уже свои все рассмотрел. Посмотрим, что сейчас пройдет. Офигеть, а чего у турка так все плохо? Так у него ацтек, да, у него ацтек по захвату. А, ацтек ему половину городов снят. Да. В середине пустота. Что вы рассказываете, я у него два города захватил, один из которых это так, шуточка. А второй я сломал. Да. Значит, половина города убыла у него. Это даже не четверть была. Да, даже не четверть. Полтора города, короче. Да. Полтора города? Плюс 5 танки получили. Католицизм. Ты кто-то в католицизм вложился. Так, Грей, что это такое? Да, что ты задумал? Почему ты в католицизм я плюс 10? Я потратил гибку и все, как бы, куда-нибудь. Выглядит подозрительно очень. А что у него там католицизм? Ну, он плюс 10 католицизму взял. Стоимость миссионеров апостолов тоже снижена на 30%. Интересно. Отлично. Так, следующим ходом надо будет этого парня из Мэри Лики. Подожди, это... Ладно. Я не знаю, это парень или нет. Я смотрю на твои города и не понимаю, откуда у тебя столько военки. Как говорится, выпьем за тех, кто в море. Блин, корабликов туда. У него венецианочка. А можно мне шедевры не красть? Нет. Как картину стащили? Кто?
что кто там... Не, мне больше нравится, когда этот потолок Сикстинской капеллы прут. Я просто это, как я себе это представляю, как это вообще происходит. Смотри, кто это сделал. Пробрался ночью человек, соскоблил всю эту мозаику. А это немец. Немец, зачем ты так делаешь? Мне продали только что это. Да? Это вор продал сразу мне. Я принял, но там он уран попросил, нормально. Но я не буду говорить, кто это. Это случайно. Интересно, как удобно, а? Что вор прям моментально. Кто этот вор? Ну, я так подозреваю, венгры. Так, нет, так, так. Венгер, верен в союзе со мной, не может. Ну, видишь, он прикрывается этим. Может быть, это ты? Походу, это ты, потому что ты как осмашнишь на всех. У меня один разведчик, и он там у Ашмана данные перебирает почту, читает переписки вот эти все. Угу, да, конечно, конечно. Ты им отсутствие развития клянет. Так, два хода, да? Ладно, аквариум. А мы без таймера играем, да? Там первый ход без таймера. Так это не первый. В том-то и дело. Слушайте, а кто-нибудь корпорации вообще сделал в игре? Да. У кого какие? Да. А вообще можно посмотреть корпорации где-то? Не знаю. Я просто, у меня просто тоже корпорация, типа плюс, ну, на серебро, плюс 25% в городе владельца. Я готов... торговать на ваши продукты. Ну, то есть мой продукт дает плюс 25% к золоту в городе. Может быть, кто-то хочет поменяться? Может быть, кто-то и хочет поменяться. Там только на меня намекает. Ну, на какой продукт? Не, мне нет смысла. Типа, у меня вход 1100, при этом плюс 20 голды в городе, такое себе. Ну ладно, плюс 40. Нет, я не только на тебя намекаю, на всех, кто-то хочет с продуктом поменяться. Кину. Не, я кинул тебе за продукт. Понял, понял. Мускатный орех. Звучит вкусно. Хотя нет, мускатный орех уже не вкусный. Он вонючий. Вкусный. Да, вкусный? Нифига, он вкусный. Так, а где у меня больше всего культуры? Как же круто, что у меня пенец и нет послов. Все-таки ты, Грей, захватываешь Венецию, да? Мне нужно пройти к предателю. К предателю? Блин, а мне тут даже строить нечего. А, у меня, кстати, есть правильный теперь великий человек. На кто что как, с ГГшку готов предложить какую-нибудь? Предлагаю тебе ничего. И я ничего. Звучит заманчиво. Дайте две. Вот, мою Лёшу бери. Слушай, а кто мне апнул эсминец, интересно? Великий человек. У меня просто была все время галера, после перезахода она стала эсминцем. Магия. Я просто не против, но у меня пропало 1000 веры. А как мы... А, ну, видимо, человека выкупили. Подожди, а как за веру можно апнуть галеру эсминец? Ну, ты делаешь, что она не может апнуться за веру. И во... вдруг
Это во-первых, а во-вторых, галера, по-моему, не в эсмине цапается. В эсмине цапается. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Кстати, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.